Имею такой станок распиловочный, Black & Decker называется. Здесь стоит родной пильный диск. Затупился уже, толком не пилит. Дымит иногда. Ну и качество пила, конечно, оставляет желать лучшего. Заказал себе новый диск с известного сайта. По параметрам такой же, как и родной. Это диаметр 254 и посадочный 30 мм. Не самый дорогой. Отзывы о нем, ну, так себе. Не плохие, не хорошие. Ну, цена вопроса там уже играла роль. Есть и за 4, и за 5 тысяч. Поэтому взял такой на пробу. Смотрим. Вот такой фирмы пильный диск. 60 зубов у него. Пилит МДФ, фанеру, ламинированный ДСП, твердая древесина. Ну, попробуем. Твердая, не твердая древесина. Мне какая разница. Главное, чтобы он чисто пилил. Здесь у него параметры. Диаметр. Посадочный. Должна проставка снимите на 32 мм указано. И вот такой вот зуб. Скос. Ну, тут всякие это углы, наклоны и так далее. Вот, кстати, проставочка тоненькая. Выскочила, еле увидел. Это толстая, это тоненькая. Не знаю, что куда. Если здесь посадочный 30, то мне никакие проставки-то и не нужны. Ты сейчас защищен такой вот. Таким вот кожухом. Это, видимо, дата выпуска. Или, наоборот, 12 месяц, 22 год. Но меня это не волнует. Вот если видно вблизи. Вот такие вот у нас новые зубы. Сейчас установим, попилим что-нибудь. Посмотрим, как пилит. Диск на месте. Стал как родной. Ничего не цепляет, естественно, потому что размер такой же. Некоторые ставят немножко больше диаметром. Говорят, что ничего страшного. Не стала рисковать. Заказал такой. Ну, в общем, сейчас пробуем пилить. Короче, вибрация бешеная. Он видно, что как будто криво стоит. Какой-то эллипс получается. Ну, сейчас буду разбирать, смотреть. Может быть, там что-то проставить надо. Ну, вот это колечко шло в комплекте. Может быть, его не хватает. Я просто никогда не сталкивался с заменой. Сейчас поставлю с этим кольцом. Посмотрим по поводу вибрации. Теперь запускаем с колечком. Ну вот, совсем другое дело. То есть получается, размеры посадочного диска не совпадают с родными, обязательно нужна проставка. Ну ладно. Ну, очень даже чистенько распилил он поперек волокон. Практически идеально.
Сейчас вдоль. Ну вот вдоль волокон вот такой вот пил получается. Так практически идеально. Но есть, конечно, какая-то, может быть, вибрация или что. Такой рисунок похож на как бы шахматный какой-то. Сеточка такая получается. Ну, для меня это не критично. Шлифануть и все. И нормально. Но я неправильно пилил, у меня слишком высокий диск поднятый. Сейчас я его опущу. Посмотрим, вибрации же меньше будет. Ну, лучше, конечно. Ну, уж совсем так, как лезвием ножа, не получится. Но я думаю, отлично работает. Другое дело, насколько его хватит, как он быстро затупится. Ну, в общем, меня устраивает. Кто хотите, покупайте. Кто не хотите, не берите. До следующих видео.